Артем, с днем рождения. Мы с твоим папой знаем, как ты любишь корабли. С такими мачтами шторм он утонет за 5 минут. Не надо самодеятельности. Обязательно мне звонить в мой выходной. Миш, выручай. Я же не медведь. Какая разница, медведь или панда? Каждый год в чудное королевство Железляндия приходит злой и кровожадный медведь. Привет, детишки. Злая, кровожадная панда. Я, между прочим, охраняюсь фондом дикой природы. Хотел ему одно дело предложить, а заплатить 10 тысяч. Мы просто слетаем в Сочи на один день и вернемся обратно. Паспорт давай. Тебе точно 9 лет? У нас 1.5 часа, чтобы зарегистрироваться на рейс. Я тебя узнала, ты кунг-фу панда. Девочка, не мешай, иди к родителям. Ай, девочка, иди отсюда! А ты же как... А то что? А то ничего. Ты понимаешь, что из-за тебя мы опоздали на самолет? Что теперь делать? Поедем на поезде. Мы с группой отстали, пока тащили подарок за победу в футбольном кубке. Ваша руководительница сказала, что вы хор. В нашей стране стыдно говорить, что ты футболист. Понимаю. На в Сочи зачем? В Сочи у меня мама же. Отец мне не разрешает с ней видеться. Все, что я делаю ради твоего будущего. Другой возможности уже никогда не будет. Посмотри вокруг. Это другая реальность, это другой мир. Как это работает? Нельзя ходить по улицам и отдавать людям приказы. Деньги давай. Чек, пожалуйста. Пацаны, угомони своего. Тёма, угомонись. Привет. Привет. Я так давно тебя не видела. Я сейчас ухожу. Ты давай, действуй. Попробуем добраться до Сочи. Другого шанса не будет ни у тебя, ни у меня. Это будет самый лучший подарок на день рождения. Миша лох. Что? Это другой Миша.